Привет, дружочки-пирожочки! Сегодня у меня выпуск новых пакетиков сюрприз, которые я нашел на рыночке, чтобы либо бороться с плохими игрушками, либо показать вам хорошие хаги-ваги. Любимые или ненавидимые, или обожаемые, я не знаю. Все будет зависеть от лайков. Если ваши лайки победят, то это классные хаги-ваги. Будем знать. Короче, друзья мои, ищу хорошие или плохие игрушки за вас, помогаю найти, вы видите их когда на рынке, после моего ролика, можете смело знать, покупать их или нет. Лучшая благодарность за то, что я потратил свои деньги, чтобы вы не тратили свои на всякую ерунду, или, может быть, просто посмотрели, поудивлялись, порадовались новым фигуркам по вашим любимым темам, это подписка на Яндекс.Дзен. Мне от этого будет хорошо, и мне от этого будет дополнительный бонус, денежка на Яндекс.Дзен, с вас ничего, только подписка, а я новые фигурки, пакетики куплю. Если как-то хотите помочь каналу, то подпишитесь сейчас на Яндекс.Дзен, ссылка будет в описании. Это будет вот какая-то мотивация, да, для того, чтобы выпускать новые ролики. Поэтому спасибо большое. Ну и лайк поставьте, если хотите увидеть новиночки, я уже не могу. Это не хаги-ваги, если что. Это Бобби, Бобби какой-то, но мы понимаем, что это Хаги-Ваги, Килли-Вилли и Тити-Мити, я не знаю, как его зовут, этого красного чувака, но он прикольный, я надеюсь, что он тут будет. Вот такие вот пакетики я нашел, ну, конечно же, на рыночке по 180 рублей, это уже заявка на победу. О, вы уже видели, наверное, что сзади нарисовано Бобби. Почему Бобби, типа? Кто-нибудь знает, нет? Давайте посмотрим на пакетик. Смотрите, это написано, видите, тут загадочная фигурка, сюрприз. Пакетики такие яркие и тяжеленькие. А если мы перевернем, то мы увидим возможную коллекцию этих чуваков. Ну, это игрок, я в курсе, да? Килли-Вилли, Хаги-Ваги, Кисси-Мисси. Вот этот зеленый не знаю, чувак, и оранжевый не знаю. Они ли тут внутри? Больше ли их в серии? Такие они или нет, сейчас узнаем. Ну что ж, распаковка начинается. Распаковка. Первый пакетик Бобби Летсплей. О, надо было назвать свой канал Бобби. И тут карточки. О, Бобби Летсплей. Смотрите, какие смешные карты. Они двусторонние? А, они все с Кисси-Мисси, с такой вот безумный какой-то мультяшный. Тут так написано Бобби везде. Тут у нас Хаги-Ваги в пожаре. Это игрок, а это зеленый какой-то чел. Какая-то тоже игрушка. Карточки, конечно, очень плохого качества, но у них тут есть и защита, и атака. Разберемся с ним попозже. Кто же там? Давайте узнаем сейчас, что же там. Годнота или фигота? Давайте узнаем. Раз, два, три. Вау, слушайте, а он смешной, знаете, он мне что напоминает? Он мне напоминает качественные фигурки какие-то, даже как будто лицензионные, но выдает его резковатый запах, не скажу, что сильно воняет, кстати, удивительно, не очень сильно воняет, и не очень хороший покрас, смотрите, краска здесь наляпана, краска тут наляпана, зубище так, ну так себе нарисовано, и глаз как-то вот съехал, но вот такой вот у нас голубенький Хаги-Ваги. Фигурка, кстати, смотрите, у него подставки-то нет в комплекте, а дырочка, отверстие, есть, поэтому можно его чисто в теории поставить на подставку. Ну, допустим, вот так. Выглядит прикольно, приколдесно, я бы даже сказал. Давайте скорее уже посмотрим, кто еще может попасться. Если, кстати, хотите видеть продолжение распаковки этой серии, новые пакетики, то не забывайте вжарить лайк под этим видео или нажать «Мне нравится» на Яндекс.Дзене. Если посмотрите, еще будет замечательно. Так, следующее это. Кстати, их можно, по-моему, прощупать, но давайте об этом чуть позже. Так, у нас опять тут вот эти вот Бобби и... Так, такая же была, такая же была. Ну, все одинаковые. Картинки смешные, на самом деле. Откуда-то из мультика, из какого-то наверняка фанатского, возможно. Вряд ли из официального. Я такого не видел, официального мульта. Итак, кто нам здесь попадется? А, слушайте. А, новый! И к тому же, которого, по-моему, да, его нет такого розового. Там есть другого цвета, но розового нету. Кто это? Почему он такой грустный? Почему он такой печальный? У него какая-то молния здесь. Кепочка смешная на голове. Короче, смешно. Но вот он прям сделан не очень. Видите, такой неприятный у него, как будто он слюнявый весь немножко.
Вот, и покрашен похуже. Вот здесь вот что-то тут вот наляпали. Здесь заплатки ему надо было подрисовать. Ну, в целом, вот перекрас, опять же, если вы владеете перекрасом, то по размеру, кстати, они схожи. То есть эта коллекция даже будет выглядеть забавно, миленько. Здорово было бы, если бы такие были официальные. Но я представляю, сколько бы деньжищ они стоили, они 180 рублей на рыночке. Итак, следующее. Я к чему? Я к тому, что их можно, если найдете, подпрощупать. И мне кажется, хотя они похожи, но мне кажется, вот тут почему-то Хаги-Ваги такой же, который был. Вот такой. Надо было подпрощупывать, да? Хотелось бы, мне, конечно, подсобрать эту всю коллекцию и показать вам, но как пойдет. Так, ладно, открываемба. Даставамба. Карточки для начала. Ну, хватит, я уже насмотрелся на эти карточки, жду новые. Карточки, но смешные, ничего не могу сказать. И раз, и два, и три. Да, я, видите, мастер прощупывания. Но только я теперь буду знать... О, этот получше, что ли, покрашен? А, нет, примерно так же. Довольно жутко выглядит. Здесь зубы получше покрашены, согласитесь. Здесь вот как-то они в кашу все превращаются, а здесь вот прям видно каждый зубчик чуть получше. Также подставочка. Фигурки ничего не двигается, ничего не двигается. Просто это такие, типа, о, прикольные. Ну, необычные. Вот чаще мы видим других Хаги-Ваги, а вот такие довольно классные. Бобби, извините, это Бобби. Следующий пакетик. Но... Возможно, не последний в этой серии. Хочется пособирать их всех. Так что прожмите большой палец вверх, чтобы ваша любимая тема была снова на канале. Мы распаковали новые пакетики. Вы знали, какая это коллекция. Может быть, это коллекция вашей мечты или ваших кошмаров. Так, опять. Это уже мне все попадается заново. И... Тюнг! Нет! Опять Хаги-Ваги. Ну ладно, хотя бы они меня порадовали, но у меня уже три их. У этого, этот еще лучше покрашен. У меня три Хаги-Ваги, выглядит жутко. Вот как-то так. Дружок, ну я хочу, я на самом деле больше всего я хочу, конечно, игрока заполучить вот этого. Или вот этого чертика. Я не знаю, кто это, но... Ну нет, ну не надо. Хотя, погодите-ка. Хотя, погодите-ка, я что-то нащупал, какой-то, как будто рог. Как будто это другой Хаги-Ваги. Вот это интересный поворот. Неужели можно прощупать? Вот сверху я прощупываю, как будто шип. Какой-то шип. Сюрприз. Ну что, угадай или нет? Я ставлю на то, что здесь вот этот чувак. Давайте лайк на удачу, чтобы выпал именно он. Раз. Два. Так, это плохой признак. И... Три. Ну, почти! Не все поставили лайки. Но я был близок. Это чертик, реально. Но это Килли-Вилли. А не вот этот оранжевый. Но, то есть, это он. А может, тоже Килли-Вилли. Странно. Ну, короче, это вот, смотрите. Это новая фигурка. Отличная. Хотя бы не еще один Хаки-Ваги. Новая фигурка. У нее, значит, тоже есть какие-то заплатки. Здесь заплатка, здесь заплатка. Глаза в разные стороны такой, типа... Вот. Видно, конечно, что материал просто ужасающий. То есть, это вот прямо на свой страх и риск покупать. Удивительно, что они не пахнут. Но видно, что материал... Такие фигурки обычно воняют. Которые сделаны примерно вот так. Я по своему опыту сужу. Но это не воняет. И это... Радует меня, что они хотя бы не воняют. Может быть, это хуже еще. Может быть, оно мне просто уничтожило запахи все, эта штука. Но вот такая вот сегодня у нас подборка. Хотите видеть продолжение? Лайк под этим видео. Помочь каналу. Подписка на Яндекс.Дзен, ссылка в описании. А еще можно посмотреть мой телеграм-канал. Там различные игрушки вообще. В магазинах находочки, общаюсь с вами. Там что-то выкладываю, приколы какие-то. Телеграм тоже ссылка в описании. Можете зайти, товарищ Сафронов. Мой официальный телеграм. Он уютненький, маленький, приятненький. В ваших силах сделать его огроменным, здоровенным телеграмищем. Давайте, поддержите. Ну что ж, продолжаем искать всякую дичь. Пока наполняет она прилавки Хаги-Ваги, чтобы вы, допустим, не покупали плохие игрушки, покупали хорошие. Я за вас посмотрю, а вы мне просто лайк, подписку на Яндекс.Дзен и вообще замечательно. На этом все.
Пока-пока, до новых встреч, до новых хаги-ваги, новую серию распаковываем. А? Давайте. Лайки и распаковываем. Хочется посмотреть, собрать всех, игрока найти. Пока. Отдельная благодарность за особую подписку на Boosty, клубню по имени Богдан.